Всем привет, с вами Собин Михаил, и сегодня такой коротенький видос. Я расскажу, как сделать вот этот космический звук. Ну, в моем понимании это космический звук. И почему я решил снять это видео, потому что я периодически транслирую в Перископе, и это один из моих любимых пресетов, который я нарулил. И люди спрашивают, а что, как такой звук нарулить? По сути, я долго объяснять не буду и даже показывать особо не буду. То есть смысл в том, что чтобы добиться такого звучания, то есть здесь присутствует определенная такая грязюка, да, можно ее назвать такой космической пылью. Добивается она следующим образом. Допустим, вот в моем процессоре под HD500 есть цепочка эффектов, да, куда вы можете вставить различные педальки. То есть, по сути, центром является кабинет, преамп и амп, и вы выставляете педальки либо перед ним, либо после. Так вот, самый главный момент, то, что вы эффект реверберации ставите до всех эффектов перегруза. То есть, допустим, если у вас идет там педалька дисторшена или там скримера, то вы ревер ставите перед этой педалькой, потом у вас идет, соответственно, кабинет, и вследствие чего изначальный чистый звук с реверберацией, то есть с этим хвостом реверберации, обрабатывается через перегрузы дисторшена, ну то есть скримера там, либо классик дисторшен, смотря что вы поставите, и потом еще плюс ко всему перегруз самого преампа, и соответственно вот этот хвост весь загружается, и получается такой вот грязноватый звук, ну такой своеобразный. И плюс ко всему, если вы еще сверху наложите дилея, допустим, уже после всех этих обработок, то получится вот такой звук. Но опять же, можно поэкспериментировать, дилей тоже поставить до всех перегрузов, соответственно, хвосты дилея тоже будут уже перегружены, то есть вместе со всем этим ревером можно добиться еще более каких-то адских звуков, причем даже не обязательно делать сильный перегруз, можно и чуточку добавлять и попробовать разные варианты. Ну, собственно, здесь вот самое главное — уловить вот этот смысл, то что у вас идет обработка реверберации не уже перегруженного звука, а именно перегружается сама реверберация. Вот как-то так. Надеюсь, вам это видео было полезно, и вы будете лобать всякий космический музон.